Борьба с коронавирусом. Кому война, а кому мать родна. Оказалось, что и на закупке противоэпидемических комплектов одежды можно наживаться. Как сообщают одесские телеграм-каналы, главврач городской больницы номер 5 Алла Прохорова провела повторную сомнительную закупку защитных костюмов. На этот раз 2000 комплектов одежды медучреждение получит от компании «Фармасвит» на сумму около 500 тысяч гривен. Отмечу, что в розницу они стоят 115 гривен, но для одесских медиков, похоже, сумма повысилась до 246. Потребность защитной одежды или все же очередной откат пока остается загадкой. Напомню, в конце ноября прошлого года в больнице открыли отделение для ковидных больных. Тогда руководство приобрело 3000 этих костюмов по той же цене. Как за такой промежуток времени все имеющиеся 90 ковидных коек потратили 3000 костюмов – вопрос для контролирующих органов. К слову, договор об очередной поставке компании «Фармасвифт» был заключен еще 26 января.